Так, ну пора нам уже и продолжить. Возьмем сейчас, как вы уже догадались, кубик. Ctrl-2. И давайте возьмем. G. Эй. Возьмем G. Что такое? В чем дело? Включать надо. Вот. В том и дело все. Не то включили. Сейчас мы отключим голову, чтобы нам удобнее было. Так. Делаем еще поменьше. Вот это острие мне не нравится. Вот так просто сделаем, да и все. Здесь тоже чуть опустим. Хорошо. И теперь опять включаем пропорциональный эдитинг. Здесь поправим. Что, опять не то включил? Ну да. Вот это надо включить. Так. Троечка. Две. Как бы животик небольшой сделаем. И тут тоже. Так, и чуть сдвинем наверх. Готово. Видим, что у нас только одна сторона, правильно, ну, с этим мы знаем, как бороться, правда. Сейчас выделим все вот эти вот ненужные нам и отрежем их. Эти кольца. Как всегда. Тут надо включить эту галочку, чтобы она просвета набрала все.
и выбираем articles. Так. Угу. Но немножко неправильно все. Но ничего страшного, мы сейчас сделаем следующее. Поставим сюда, выделим все эти. Пойдем в ребра сейчас. Выделим все эти ребра. И скажем loop tools flatten. Все. Вот вам и пожалуйста. Так, теперь смотрим, что она у нас немного не в себе, да? То есть надо эту вещь подвинуть. Да. Edit mode, лучше взять edit mode и подвинуть. Так, что тут такое? Что-то я не пойму немножко. Эта часть как-то сильно очень. Ну-ка. Сейчас, секунду, ребят. Edit. Вот это пятно. Мне кажется, плечо это надо немного опустить. G по Z. Не-не-не-не-не. Это уже надо отключить. И опять G по Z. Вот так. Это будет правильно. Хорошо. Далее смотрим опять спереди. Но немножко у нас вся не по центру. Почему-то это странно, но это так есть. G. Сейчас вот так вот и опять немножечко подвинем. Угу. Ну вроде все. Теперь вот эти две вниз. Чудно. Ну, теперь у нас очень хорошая форма, которую можно не боясь. Так, а как получилось так, что я поправил эти, не знаю, глазики. Так. Вот модификатор mirror. Угу. Так. Теперь нам надо в объект сказать по 3D курсору. Вот так по 3D курсору оно лучше сдвигается. Ну и edit mode, ставим сюда, выбираем все вот эти точки и двигаем так, и скажем еще и клиппинг, чтобы она у нас не выдвигалась. Смотрим. Что, перестарались, да? Малость. Ну, давайте. В объект, скажем, origin. Где? О, nein. Apple. Play. Теперь объект в центр. Угу. Смотрим.
Чуть-чуть надо, буквально вот так и достаточно будет. Так, а далее перейдем в Modifier, Subdivide. Так, хорошо. Subdivide, но мне не нравится этот Subdivide. Почему? Вы видите, у него шов появился. Откуда здесь этот шов? Сейчас мы посмотрим, ребята. С этим надо сразу разбираться назад. Да? И видим, что здесь у нас не все точки соединились. Бывает такое. Идем в Edit. Угу. Мы видим такую не очень хорошую картину, да? Придется ее лечить. Alt-M. В центр слепить. Alt-M. В центр. Здесь тоже. Так вот, более-менее. Но вижу, что она еще во многих местах. Мы можем попробовать сделать так. Конечно. Пойти вот сюда, Alt-M, и сказать дистанция. Выделить все. Так. Alt-M. Дистанция у нее 0,6, допустим. По идее, они должны склеиться сейчас. И никакого шва не должно больше быть. Угу, проверяем. Modifier, Subdivide. Ну, вот видите. То есть всегда можно, ребята, справляться с этими делами. Единственное, надо знать как. Так, объект вот. И теперь мы когда сказали, мы говорим smooth, получаем хорошее такое симпатичное тельце, которое поднимаем наверх. Просто так, хорошо. И далее мы с вами делаем опять же ручки-ножки. Сейчас сделаем одну, а вы потом за мной повторите. Так, опять же берем квадратик. Ctrl-2. Вытягиваем сюда. Уменьшаем. Сначала вот так. Так. Play. И теперь мы можем ее, допустим, вот по оси Y, да? По оси Y. Y. Вот так. Увеличить эту лапку, да? Так. Далее переходим вот в этот режим. Edit Mode. Берем вот эту точку, берем пропорциональное редактирование, Move и G. И делаем вот так. О! Мы находились немножко не там. Делаем вот так, G. Так. Так мы делаем. Так, и еще немножко. Я вам объясню почему. Выделяем и переходим сюда сразу же. И тоже.
Вот так. Так. Мы будем делать с вами такие как бы лапочки, да? Плюшевые лапочки. Были тапочки. Хорошо. Так, когда мы превратим это в сабдевайс и сделаем. То получим вот такую, как бы странно на первый взгляд, лапку, да? На самом деле ничего странного нет, потому что мы берем еще один кубик. Повторяем движение, Ctrl 2, вытаскиваем сюда и уменьшаем. Подводим в это место сюда, вот примерно так. А теперь плющим S по Y. Смотрим спереди, видим, что у нас немножко смещена, поэтому вот сюда ее и ставим на место. А место и вот здесь. Можно даже чуть глубже задвинуть. Так. Давайте посмотрим сверху. Что-то мне сдается, она ее развернула чуть-чуть. Вот так вот. Окей. И то же самое. Play. Девайт. И смус. Получили вот такую лапочку. Махапочку. Тащим ее на место. И придвигаем к корпусу. Так. И маленечко раздвигаем. R. Можно побольше сделать лапку. Вот так. Можем тоже по оси S ее немножечко, нет, по оси, нет, оси X, Y, покороче чуть сделать, вот так, я думаю, будет лучше. И теперь обе эти две подвигаем к центру лапищи. Так, центру. Да. Вот. Вот так делаем. Ну и точно так же второе и ножки делаем побольше. Сейчас я это сделаю, вам покажу. Ну вот такой у нас няшненький получился медвежонок. Вот, я думаю, что детям вам понравится. Хорошо, идем дальше.